И вот мы уже над Южной Америкой, заброшенные туда по приказу спецотдела без имени. По приказу человека, отправившего на верную смерть не один десяток бойцов. Хотя в определенном смысле жизнь налаживалась. Походу, это Дагуайр, крутой спец ЦРУшный, раз один тут исполняет. Ага. Не нравится мне. Совсем не нравится. Эй, тебя Флинн зовут, да? Расчетное время. Флинн! Эй, пилот! Ау, чувак! А, черт, я только... Погоди, чувак! Кажись, я сигареты потерял! Сейчас! Гребаный вторник! Вечно по вторникам все из рук валится! Когда мы наконец доберемся? Всего пару минут! Ядрен батон! РПГ! РПГ! Да, я видел! Блин, что за нахер? Хреновый у русских РПГ! И это круто, чувак! Был бы наш Джевелин, пришлось бы финт ушами сделать! А нельзя тупо высадить нас где надо, пока я твоим ушам сам финт не устрою. Есть! Как прикажете, босс! База «Призрак» на связи! Подтверждаю курс на высадку 6449! Задание обещает быть коротким. Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Походу, наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Чш. Че там, сержант? Двигаемся. Дистанция 5 метров. Туда. Лагерь Игуайра там. Адская перестрелка. Видать, тут и люди Игуайра. Трупа. И все. Зря время теряем. Стоп, стоп, стоп. Вашу мать, он же труп, ядрём батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Игуайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Игуайр оставил. Вроде совпадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Ладно, вызывай Флинна. Флинн свалил, Хэк. Час от часу не легче, блин. У нас гости. Пехота на 12 часов. Так, принял. Готовься к бою. Даю счет. Инфантария! Не давай подняться! Раскатай его! Гады, пали! Держу прицел! Go!
укрытию! Зачем эти ублюдки на нас лезут? Хотят убедиться, что у нас нет Игуайра. Я говорю вам, наверняка он все еще жив. И какой план? Вызываем Флина и уходим? Потому что не хватает оружия. Так, допустим, мы хотим найти коробочку. Не люблю я реки. Главное, ушами не хлопай. Дерьмо, а не оружие. Как думаешь, Брэд вот нам все говорит? Страшно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. Просто делаю свое дело. Ладно, у меня есть идея. Эй, да не виляй ты. Все в ажуре. Не, ребят, послушайте. Если на нас напали военные, они должны состоять на довольствии. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен Игуайр. Ты видел? Птицы, наверное. Не знаю. Может. Не отвлекайся. Чувак, я точно что-то видел. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? Погоди, я тоже видел. Вон там что-то есть. Да. Кус шевельнулся, видал? Нет. Ну, не знаю. Дерьмо как. Марлоу, выведи нас отсюда. Зашибись, приехали. Так намного лучше. Выходим, идем пешком. Когда-нибудь приедем в такое местечко, а по нам не палят местные. Ага. Держи карман. Два главные. Давай на закрытую частоту. Слушаю, Браво-2. Прием. Призрак, мы попали в засаду голожопых партизан. Пойдем вверх по реке искать Игуайра. Но с оружием беда.
Понял, Браво-2. Тут кое-чего есть в загашнике. Рвеет на черный день. Бак почти сухой, но для вас взлечу. Спасибо, призрак. Ладно, пошли. Ничто не разгоняет кровь, как небольшая засада. Как голова, сержант? Давайте просто найдем гребаный ящик, пока они не прочухались. Все найденное оружие храним здесь. И сможем потом менять его в любого такого ящика. Ясно? Да, сержант, спасибо. Я не знал, как они действуют. Призрак, груз получен. Спасибо. Ништяк, Браво-2. Рад помочь. Конец связи. Надо шевелиться, если хотим найти Игуайра. Дальше не пройти. Полная засада. Это что, лесопилка? Игуайр наверняка сюда пошел. Иначе бы они патруль не выставили. Давай, Хэган. Ну нет, только после тебя приду. Вот так! Хороший выстрел!
uno, no muchos, pero dispara bastante. ¡Снимайте их! Thank you.
снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. Это русские? Куда его тащат? Понятия не имею. Но есть идея насчет того, как узнать. Марлоу, мы подберемся поближе. Ты валишь охрану с плетки. Под раскаты грома давай, понял? Уже поздно сказать, как жаль, что я сам не допер. Да. Все, мы пошли, будь начеку. Узнаем, куда его увезли. Один на пристани. Дождись раската грома и вали его. Огонь по готовности. Прекрасный выстрел. Двигаемся, сержант. Пошли. Две цели на дальнем причале. Дистанция до цели 7-2. Ветер 5 узлов. Жди раскат грома. Огонь по готовности. Молодец. Двигаемся дальше. Понял. Враг на 12 часов. Жди раскат грома. Огонь по готовности. Отлично сработано, приятель. Еще двое рядом с офицерами. Подожди, пока отойдут. Огонь по готовности. Офигенно, Марлоу. Все чисто. Так, держим позицию, парни. Будем слушать. Мы получили, что нужно. Все чисто. Взвод, ко мне. Ну что ж, уже лучше. Вообще не понимаю. Кто на войну в ковбойских шляпах? Ковбои? Черт, да ковбои никогда не воевали. Далласские ковбои каждое воскресенье воюют. Иногда по понедельникам. Давайте найдем Гуайра, ладно? Стоять, стоять. Растяжка. Черт. Как ты ее увидел? Чуть ее Человека-паука сработало. Спасибо, спасибо, Хэк. Слышь, я вообще-то не за кольцевой рос, придурок. Так, мина обезврежена. Отлично, Марлоу. Ловушка снята. Марлоу, зоркий глаз. Снял ее. Thank you.
я всех поимел! Твою мать, падать далеко. Так, это просто камушек. Я в порядке. Все ништяк. Окопались, сука, как тараканы. Вон там вышка. И еще одна. Так, накроем их плотным огнем. Лучше рвануть прямо. Спуститься в русло реки и начать обстрел. А вы сбоку им впердолите. Это что ли? Инсектицид? Да? Помню, в детстве здоровенный трактор иногда проезжал по нашей улице и распылял целые облака ДЭТа повсюду. А мы все дети выбегали наружу, чтобы попасть в эти самые облака и... Давай в реку! Вот он. Ага, туда, кажись, ведут. Укрепленное местечко, я бы сказал. Сейчас будет жесть. По твоему сигналу. Покажем им как следует.
чисто! ¡Dónde se han metido! Он здесь. Майор Игуэр. Оружие. Черт! Нормально. В расчете. Сэр, мы от генерала Брэдвуда. Должны вам кое-что показать. Ну так показывайте. Черт, они все-таки справились. Брэдвуд сказал, это фальшивка. Конечно, фальшивка. Я же предупреждал, что так будет. Они бы не стали туда везти рабочий образец. Мы это знали. Неужели? Как? Пару месяцев тому назад мы установили канал связи на старом французском метеоспутнике. Взломали сеть о грузинских вояк, узнали много интересного. В том числе о фальшивках. Затем явились эти ребята. Забрали все данные? Да. Копий нет? Где?